Голландец заменил голландца в составе гостей. Кеми Августин с 2010 года является футболистом Свонси. Но сыграл не так уж много матчей. Чуть более 20 за эту команду. Была у него аренда в Кристал Пэлас. Посмотрим, приберег ли он свое веское слово к этому матчу. Натан Дайер уничтожает. Уничтожает Куинс Парк Рейнджерс. 4-0. Такое ощущение, что рейнджеры просто в мясорубку какую-то попали. Причем очень изящную, тонкую. И нет офсайда, да? По-моему, Аноха задержался с выходом, что не позволило защитникам Queen's Park Rangers выдержать линию в этом эпизоде. Если бы он чуть раньше сделал шаг вперед, то отрезал бы таким образом Дайера. И тот бы оказался в офсайде. Ну что ж, два дубля в первом матче.